видеоролики, ты узнаешь, как можно будет получить вот этих всех новых юч-питомцев уже совсем скоро, совершенно бесплатно. Но тебе при этом просмотр видеоролики я хочу разыграть 3 юч-капкейка совершенно бесплатно. У нас будет 3 победителя, потому что у нас есть 3 юч-питомчика. А чтобы получить в конкурсе на этих 3 юч-питомца, ты должен первое поставить лайк. Набрать под этим видеороликом 750 лайкосиков, это обязательно. Если вы не наберете это число лайкосиков, то хьюч питомцы не будут разыграны. Ну а третье, написать свой никнейм в комментариях от Роблокса, ну а также подписаться на мой канал. Ну а мы теперь перейдем к новым видеороликам. Приятного просмотра. Не знаешь, где купить или продать робуксы? Тогда я тебя хочу обрадовать. Тебе на фанпэй. На фанпэй это дешевле, чем где бы ни было еще. Порой даже дешевле, чем в официальном магазине. На фанпэй это безопасно, удобно и просто. Сделки защищены благодаря трехэтапной системе транзакции. Оплата, получение товара, подтверждение. То есть продавец получает деньги только после выполнения заказа. FunPay это первая в Рунете торговая площадка для геймеров, работающая с 2015 года. Ну а если тебя заинтересовала покупка или продажа робуксов, то заходи на FunPay по закрепленной ссылке в описании. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабон. И да, неужели, ребята, выходит новый видеоролик? Потому что вчера, ребята, по кое-каким обстоятельствам я не выложил ролик. Просто, короче, ребятки, я не мог. И в этом видеоролике, ребята, я вам, ребятки, расскажу, как получить новых хьюч-питомцев совершенно бесплатно. Каких это хьюч-питомцев ты хочешь нам типа сказать? Ребятки, смотрите, вы думаете, я буду вам говорить про вот этих хьюч-питомчиков, да? Вот и которые уже это можно только выбить с яйца, не, ребятки, или которые вот вообще вот такие вот хьюч-питомцы, которые тут вот с эксклюзивными яйцами это можно получить. Нет, ребятки, я вам расскажу, как получить вот таких вот наикрутейших хьюч-питомцев. Это потому что, ребят, смотрите, вот таких вот, вот таких вот, это Huge Imperial Agonia, Huge Tanchic Chest Mimic, Huge Doodle Snow Oval. И вот такие, короче, это хьюч-питомчиков в этом видеоролике вам расскажу, как можно будет получить. Но, ребятки, давайте перед началом хочу вам кое-что сказать. Ребятки, если что, сегодня я начну снимать видеоролик по поводу, вот, в принципе, почты, вот это подарочки, ребята. Если у меня, если что, тут уже было 100 подарочек, я уже, в принципе, там нечаянно один принял, просто... Ребятки, короче, если что, сегодня, короче, сниму ролик по поводу вот этого мейлбокса и выложу его буквально, вот, ребята, или сегодня, или завтра, или послезавтра, это вот просто это 2 дня, это крайний срок, ребята. Я выпускаю этот видеоролик, и потом будет, ребята, если вам понравится еще, то выйдет третья часть по поводу этого мейлбокса. Так что, ребята, кто хочет получиться в конкурсе, вы знаете, что делать. Ну и давайте, ребята, давайте просто первым делом вот сделать лайкосик и подписка на мой канал. И также, ребята, давайте я, в принципе, вам скажу кое-что про обновочку, что у нас тут, короче, добавили. Но, ребята, буквально у нас только крутого ничего не добавили. У нас добавили, в принципе, вот одного хьюч-питомца, ну как, типа, 2 хьюч-питомца, потому что, ребята, вот в обычном мире можно выбить только одного хьюч-питомца. А если вы пойдете в хардкор мир, там можно будет уже выбить не одного хьюч-питомца, а именно 2. Также, ребята, смотрите, у нас, как вы знаете, ребята, вот у вас прямо на скринчике есть такой обычный вот худок, ребята, давайте, в принципе, вот есть обычный худок, да, вот такой вот золотой, да, вот, и, в принципе, есть обычненькие худоги, да, но, ребята, у нас как был, это теперь у нас, короче, можно, в принципе, ребята, выбить такого себе длинного хьюдж-дога, ребята, ну, не хьюдж-дога, а вот такого себе длинного питомчика. Ребята, в принципе, у него шансы очень мизерные, это как было у нас с бананом, но как его выбить, ребятки, можно выбить его только вот с любых, с любых яиц. Шансы на все яйца одинаковые. И там вы сможете его выбить. И, в принципе, это такой рарный будет питомчик. И буквально ни у кого этого хьюч питомчика, ребята, он не хьюч питомчика, а такого, в принципе, длинного питомчика у нас не будет. Также, что у нас тут еще давали? У нас, ребята, 10 июня будет просто глобальное летнее обновление. Это очень прикольно, ребятки. Это да, ребятки, это, в принципе, все много ждали, ребята, также. Многие думали, что у нас будет, в принципе, как с Хеллуроком ивент вот такой, потому что я вот добавил у нас такого хьюдж-дога, да? Но, ребятки, это думали, в принципе, что у нас будет, вот, в принципе, просто с каким-то этим питомцем. Как с Хеллуроками, думали, только так же будет с этими догами. Но, ребятки, это вообще у нас такая декорация, оказывается. И давайте мы перейдем сейчас, как можно будет получить вот этих вот питомцев. Ребят, давайте мы сейчас пойдем в тренинг плазу. И я вам покажу, ребята, что это у нас, в принципе, за питомчики. И, ну, покажу их иконочки. И давайте мы, в принципе, сейчас уже переходим в тренинг плазу. И вот, короче, ребятки, мы зашли в тренинг плазу. Давайте мы сразу в эту, в принципе, такую машину зайдем. И тут можно посмотреть на этих хьюдж питомцев, ребята. Вот такие вот, в принципе, Huge Imperial Agony,
Huge Teaches Mimic, также как Huge Doll Snow Oval, Huge Ghost, Huge Pixel Dragon, Huge Киборг Dragon, Huge Pixel Wolf, Huge Киборг Cat, Huge Pixel Corgi. И на этом все, ребятки. Смотрите, как их, короче, получить. Смотрите, если что, вот такие вот, в принципе, такие Huge питомчики, это кто не знает, можно будет получить вот, вот, в принципе, уже летом, вот со второго сезона вот такие Mythical гифтов. В принципе, там это за доллары, DLC пак, все дела. И, ребята, мы, в принципе, у нас был как первый пак. Вот, в принципе, как первый пак у нас был, только у нас это уже второй пак, и у нас, короче, будет, короче, продаваться за доллары DLC пак, и мы сможем себе, короче, получать себе таких huge питончиков выбивать. Также это, возможно, я тоже закажу и посмотрим, что с них выпадет. Но я пока что не знаю, когда это все будет у нас, в принципе, идти, когда это все будет продаваться. Пока что это никто ничего не знает. Ну и вот, ребята, вы, в принципе, думаете, вот Huge Pixel Dragon, ребята, их вообще нельзя не будет никак получить, да, ребятки? Но я вам хочу кое-что сказать, ребята. Давайте мы сейчас, ну, для этого нужно, ребята, перенестись в обычный мир, потому что только там, ребята, я вам могу показать и рассказать, как можно будет их выбить. Ну вот, короче, ребятки, мы зашли уже в обычный мир. И давайте мы, короче, перейдем, вот, в принципе, уже в Fantasy Shop. И с чего ты взял, что у нас в Fantasy Shop что-то будет? Ребята, смотрите. Просто как можно будет выбить этих huge питомчиков? Смотрите, huge ghost и huge imperial agony можно будет выбить только в этом мире. Да, ребята, как? С чего ты взял? Потому что, ребята, смотрите, сами подумайте. У нас добавили huge imperial dragon, и вот просто imperial agony добавляли. И, в принципе, у нас какой он был? Huge ghost, да? И вот, в принципе, у нас ghost. Вот, ребята, у нас, в принципе, вот. Вот призрак, да, ребята, у нас теперь есть huge ghost. И то есть, ребята, у нас также это будет, это как с Huge Hell Rock'ами, или вообще с банана. Просто, смотрите, вот с любого яйца мы будем, возможно, выбивать этого именно питончика. Возможно, говорит, именно только с Hound Egg мы будем получать себе вот этого вот Huge Ghost. А с, в принципе, то Imperial Agony, возможно, с этого яйца или с этого. Потому что, ребята, у нас, в принципе, не такие прикольненькие, стильненькие, такие из рая. И, в принципе, я думаю, вот это, в принципе, мы сможем их оттуда получить. И вот так у нас, в принципе, по накатанной ряда идет. Именно вот, вот, в принципе, Stage World, это у нас можно будет получить вот этих хич питомцев, ребята. Это, в принципе, Stage Mimic и еще какой-то хич питомец, да, ребятки, или нет? Если это, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. И вот, я думаю, Stage Mimic можно будет выбирать вообще с любого яйца, потому что тут они все одинаковые. И, короче, ребята, смотрите. Так, теперь мы идем в Pixel World, потому что, ребята, там у нас уже, короче, вот эти вот штучки. И смотрите. Где? Вот, короче, это вот яички, да. Вот тут, возможно, будет выбивать только пиксель дракона. Вот тут можно рядом пиксель вульфа выбивать. А вот тут у нас вообще можно рядом выбивать, наверное, вот такого дракона. Я, в принципе, пока что еще не знаю 100%. Но, а вот, собственно, рядом, возможно, тут можно будет выбивать huge пиксель корки и huge драгона. А также, вот, в принципе, huge вульфа можно будет выбивать только тут. То есть, рядом, возможно, тут и там можно будет, короче, выбивать эти яички. То не яички, а выбивать huge питомчиков. И, в принципе, все у нас это, по-моему, за... А, нет, еще Doodle Show, вот, в принципе, Doodle World, ребятки, это у нас, короче, будет с Doodle, в принципе, там, как там его зовут, ребята, сова. А, в принципе, сейчас эту сову найдем. Вот, это у нас, в принципе, вот этого сова, да? А, нет, это у нас грифон. А где, подожди, у него сова? Тут нету, может тут пить? Тут тоже нету, а тут тоже нету, стоп, ребят. А вот, в принципе, вот этого сова, это у нас будет huge питомец, и, возможно, именно с этого яйца мы сможем получить себе бесплатного huge питомца. Так что, ребята, не пропускайте мои новые видеоролики. С вами был я, дорогой Дамбот, ребятка. Ну, а если про нас видеоролик, лайк, подписка и колокольчик, то мы тебе прощаем. Всем пока-пока.